Здравствуйте, друзья! При том, что я веду мужской кулинарный канал, я искренне считаю, что хозяйкой в доме на кухне должна быть женщина. В семейном распределении труда все-таки кухня это больше относится к женщине. Мужскую кулинарию я рассматриваю как вид вкусного отдыха, чтобы мужчина имел возможность задать высокие стандарты женщине в приготовлении еды. Но бывают такие случаи, когда мужчина остается и за хозяина, и за хозяйку, и вот надо срочно собрать детей в школу накормить, или в садик, или себе надо покушать что-то вкусное и срочно, или дело житейское, приготовить вкусную закусь за несколько минут. Чтобы решить эту проблему, я и записываю этот короткий ролик. На две порции мне понадобится любая толстая колбаса, среднего ценового сегмента, ни в коем случае не дорогая. Из дорогой ничего не получится, а дешевую кушать противно. И непременным условием должна быть оболочка. Эта колбаса должна быть то ли в естественной кишковой оболочке, то ли белказиновая оболочка, но ни в коем случае не обмотана вот так вот целлофаном. Вот понадобится два кусочка колбасы, два яйца, сковородка и 5 минут времени. На сковородку наливаю масло и ложу колбасу. Сейчас вы видите, как колбаса сдувается такими вот чашечками. Так сдувается только та колбаса, где есть соя. В дорогой колбасе сои нет, соответственно, этого эффекта не будет. Вот, смотрите, какая красота. Вот, сейчас делаем вот так. И на слабом огне доводим до готовности. Чтобы ускорить процесс, можно накрыть крышкой. Немножко подсолить. Ну, я думаю, 5 минут прошло. Смотрим, что у нас получилось. Вот, нормально. Красота. Ну, ребята, вот так вот быстренько на скорую руку получилась вот такая вот красота. Лайк.